проводить федеральную целевую программу экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья. И ваше руководство, президент Медведев, премьер-министр Путин, часто посещает сейчас Дальний Восток. И таким образом нам известно, что сейчас Россия еще большее внимание обращает в регион Азиатский и Тихоокеанский регион. И наша страна, как та же страна Тихоокеанского региона, и как соседская страна ваша, внимательно следить такую политику и приветствую такую политику российской страны. あの、特に、あの、資源エネルギー、あるいは環境とか、あるいは運輸の面とか、こういった面で、あの、いろいろとご協力できる分野もあるのではないか、このように書いてあるんですけれども、いずれにいたしましても、 Думаю, что в регионе Дальнего Востока и Восточной Сибири есть много сфер, где можно развивать наше сотрудничество. Например, в таких сферах, как энергетика, ресурсы, и экология, и транспорт. И для проведения успешного оценка 2005 года в Владивостоке мы думаем, что нам нужно придавать насколько можно усилия для этого. あの、インドになってからすでに、あの、京都はじめ、あちこちにご覧になったと思いますが、ちょうど悪く寒くなったりしまして、止まったというのは、いかがでしたでしょうか。 После вашего прибытия в Японии, уже вы бывали в Токио и в других местах, но сегодня вдруг погода стала такой холодной, это вас не пугало? Прибыль, когда началось самое, только-только началось цветение сакуры. Мы, конечно, не рассчитывали сакуру цветущую, потому что обычно она, насколько я понимаю, цветет позднее. А в этом году нам просто повезло, и я думаю, что первые два дня пребывания, когда было по-настоящему тепло, и уже началось цветение сакуры, особенно в Киото мы видели это уже практически в полную силу, конечно, это большое везение. Мы очень ценим сегодняшнюю визит. やはりご案内がありました通り、我々が日本に参りましたのは桜が咲き始める日でしたので、普段はより遅い時期に花を咲きますが、今回は運が良くて、最新の2日間は天気も良くて、 特に京都の方にもう満開に近い桜も拝見させていただいておりますので、とても運が良かった、またこういう訪問の機会を与えていただいて、高く評価させていただいております。羨ましいですね。私はもう国会議員になりまして30年になりますけど、京都の桜を楽しんだことはまだございません。 Я после того, как я стал депутатом, уже прошло 30 лет, но до сих пор ни разу не видел цветающие сакуры в Киото. Киото, судьба, мы и без, но Киото, но Момичи, а Мата, тем более, очень красивый. Это сакура в Киото очень красивый, но еще осенью можно смотреть, украсневшие листья. Осенью. Это тоже очень красиво. Я надеюсь, у нас когда-нибудь выпадет шанс посмотреть прекрасные листья осени в Японии. Сегодняшняя погода, сейчас в Москве, откуда мы прилетели, в любом случае существенно более теплая и в то же самое время помогает, способствует работе. Наверное, самое оптимальное для деловых встреч. Скоро мы Японскую осень, Момиджи, пройдем, сосредоточимся на этом.
また、我々が、モスクから参りまして、モスクの方の、天気が、今日の、東京の先ほど寒くなったとおっしゃった天気よりだいぶ寒いですので、今は暖かくより感じておりますし、また仕事のためにいい天気になっているんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり会談を行うために最適な天気じゃないかなと思っております。